Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом ролике мы расскажем о том, как подготовить стены под покраску. Крашеные стены – это всегда модно и популярно, но не так просто, как нам кажется. Результат на самом деле зависит не от качества вашей краски, а от самого технологического процесса и его соблюдения. Стены под покраску подразумеваются все ровные, поэтому предварительно их нужно будет подготовить. Следующим этапом после штукатурки стен будет подливание, но для лучшего сцепления материала необходимо будет сделать грунтовку стен. Следующим этапом является штиховка стен. Она также выполняется либо ручным, либо механическим способом. А в качестве материала используется сухая смесь, либо готовые ведра. Важно помнить, что качественная покраска – это не только хорошие материалы и правильная работа, но прежде всего это опытные мастера.